Приветствую всех на канале Михаил Инвестиции. Сегодня будем разбирать криптовалюту интернет-компьютер, ICP. Мы видим о том, что цена сейчас отскакивает от линии поддержки. И видим также по MACD и по RSI, что сейчас как раз таки может произойти не просто какой-то слабый отскок, а хороший отскок, где мы можем вполне возможно преодолеть отметку примерно в 24 доллара. И в последующем можем дорасти где-нибудь до 29 долларов. Давайте более подробно изучать. Мы сейчас наблюдаем возрастающие объемы после того, как объемы падали. Видим, что предпринимаются очень хорошие попытки роста. Да, у нас этот день в виде такого слива, но на текущий момент это не особо так опасно. Из минусов можно обозначить, что мы на данный момент пока не можем преодолеть отметку 22 доллара. Мы видим о том, что мы опускаемся ниже. Здесь у нас есть несколько таких локальных трендов, которые будут отчетливо видны, примеру, на часовом таймфрейме. Вот здесь мы наблюдаем несколько особенностей. Вот у нас есть локальный восходящий расширяющийся треугольник, который мы пробили вниз. И, соответственно, мы можем это движение в дальнейшем продолжить также. Если, конечно, это не окажется ложным пробоем. Но мы наблюдаем то, что мы уже неоднократно фиксируемся ниже линии поддержки. И, соответственно, это может как раз означать дальнейшее падение вниз. На 12-часовом таймфрейме мы видим вот такую ситуацию о том, что сейчас идет борьба. Здесь можно обозначить для себя либо такую линию сопротивления, и для нас сейчас поддержка, либо чуть выше, и в этом случае мы уже фиксируемся ниже. Обратите внимание, что на 12-часовом таймфрейме мы видим модель пинцета, что если эта свечка не продолжит в виде падения и не закроется как-то так, то, соответственно, это может означать, что будет предпринята еще одна попытка преодолеть и уже зафиксироваться, что сейчас у нас только ложный пробой, а в последующем, возможно, все-таки он устоит, и мы полетим дальше выше. На дневном таймфрейме у нас были некоторые локальные такие паттерны. У нас был нисходящий. Обратите внимание, что мы его пробили, сейчас летим выше. И сейчас у нас уже новый. Это восходящий, который берет начало отсюда. И, соответственно, восходящий вот такой расширяющийся треугольник, который мы сейчас на текущий момент наблюдаем, в последующем может как раз обозначать пробитие вниз. И в этом случае мы вновь вернемся в тот самый паттерн, который у нас на более мелких таймфреймах виднеется. И можем продолжить падение ниже. Если на дневном таймфрейме посмотреть, то этого падения сейчас мы не должны наблюдать. Мы наблюдаем то, что сейчас по MACD все-таки за рост сулит. И также по RSI у нас достаточно серьезная перепроданность. Также мы наблюдаем о том, как хорошо уже неоднократно хорошо откупает. А мы знаем, что когда хорошо неоднократно откупает, после этого следует ожидать роста. Мы сейчас этот рост видим. Сейчас идет некоторое такое сомнение в последующем, которое может все-таки уже обернуться успехом, и мы можем как раз-таки полететь дальше выше. Сейчас интернет-компьютеры в целом, если глобально рассматривать, достаточно серьезно уже перепродан. Он сильно опустился процентном соотношении. Давайте посмотрим, на сколько процентов. Почти на 97% опустился. Понятное дело, что это очень сильная перепроданность. Также это виднеется по RSI, который тоже показывает достаточно серьезную перепроданность. И он показывает, что сейчас, возможно, все-таки будет предпринята попытка роста. То есть мы будем двигаться к линии сопротивления последующем, который может обернуться успехом с пробитием и дальнейшим полетом вверх. На мой взгляд, сейчас в интернет-компьютер лучше подходить с точки зрения долгосрочного инвестора, который сейчас будет приобретать, холдить и накапливать.
и не будет пытаться сейчас зарабатывать на каких-то мелких движениях, потому что сейчас еще нету прям ярко выраженной ситуации, говорящей, что будет именно переломный момент. Нам до переломного момента еще далеко. Для долгосрочного инвестора сейчас отличное место для покупки. Во-первых, из-за того, что сильно упало в цене интернет-компьютера, а во-вторых, из-за того, что сейчас может происходить отскок с дальнейшим полетом вверх. И, соответственно, это очень приятная такая покупка будет совершена, которая может обернуться как раз уже в коротком промежутке времени успехом, и интернет-компьютер будет дальше расти. Если мы посмотрим на недельный график, то мы здесь наблюдаем интересную особенность, что у нас происходит определенное поджатие как снизу, так и сверху. Сейчас имеется неопределенность, куда же двигаться. Но несмотря на эту неопределенность, с учетом такой сильной просадки, которую нам показывает интернет-компьютер, неплохо было бы сейчас именно приобрести. Но даже несмотря на эту серьезную просадку, которую показывает интернет-компьютер, все же на все деньги лучше не приобретать и оставлять даже на более такие ситуации, которые могут в дальнейшем, если что случится, это имеется в виду, если вдруг все-таки это криптозима и мы дальше полетим ниже, и, соответственно, в этом случае дно у интернет-компьютера может быть примерно как раз-таки в районе где-нибудь $15 или даже того ниже. Сейчас самая простая стратегия – это просто-напросто приобретать и холдить, и усредняться по мере, если будет дальнейшее падение вниз. Желаю всем профита, инвестируйте деньги с умом. Всем до скорой встречи.